Это центральная часть города. Еще недавно здесь стояли старые одноэтажные дома. Теперь этот район стал неузнаваем. Выросли корпуса новых административных зданий, появились благоустроенные жилые дома. Город растет буквально на глазах. В его архитектурный ансамбль вписываются все новые кварталы. Это естественно. Население города растет из года в год. Только за последние 10 лет оно возросло вдвое. И прежде всего это результат увеличения числа промышленных предприятий. Вот такие пятиэтажные дома строятся на Туркульском шоссе, одной из главных улиц Нукусы. Обратите внимание на внешний вид этих зданий. Они не похожи друг на друга. Архитекторы и строители широко используют национальный орнамент. Рисунки его самобытны и изящны. Такие панели не только украшают здания, но и являются солнцезащитными устройствами. Сегодня в Нукусе можно увидеть 9- и 11-этажные здания, а несколько лет назад дома возводились не выше 4 этажей. Строительство жилых зданий ведется в основном только из жженого кирпича. Такие стены в летнее время оберегают квартиру от жары, а в зимние, когда из пустыни дуют хлесткие северные ветры, сохраняют в ней тепло. Напомним, климат здесь резко континентальный. Нукус строится. Жилые дома возводятся и в других микрорайонах города. Например, в районе железнодорожного вокзала, где живут семьи рабочих, строителей и железнодорожников. В этом году жители Нукуса получат квартиру в 2 раза больше, чем в прошлом. Это более 500 тысяч квадратных метров.